Поприветствую, ребят. Да, всем привет. Что играем? Бьемся. Бьемся на play chess. G5. Ну нет, подожди. Вообще, если честно, такой вот организационный момент записывать должен ты. Почему? Потому что на в сайтноте очень сильный лаг. Если я записываю. Мы уже сталкивались с этим, если ты помнишь. Так что твою проблему с бандикамом придется вылечить все-таки. Ну так лень. Архангельский вариант. Ну, если тебе лень, то, к сожалению, мы ничего не сможем показать зрителям. Нужно было слон F2 в промежутке. Нет, не нужно. Поверь мне. Конь C6, по-моему. Конь C6, он B7. C5 выглядит логично, но слабее. То есть надо играть конь C6. Конь Е7 или слон Б7, или конь Е7? Слон B7. Конь Е7, по-моему, все-таки. Да в теории все. Да, но я плохо ее помню, потому что я не играю тут вариант за черт. Вот, очевидно. Я смотрю, что так неплохая позиция, но проблема в том, что белые могут дать мат случайно. В этом случае неплохая позиция особо не поможет. Мне нужно сказать, как я не вскрою. Ну, у белых два слона, у белых преимущество в центре в данный момент. Как бы, я думаю, что сейчас черный слон на b7 станет, он будет очень силен. А у белых пока фигуры не развиты. Но позиция сложная. Можно просто проиграть, не приходя в сознание. Ну, тоже что-то начинает подгораживать. 2-0 не хочется играть. Может, конь g6 раньше? Погоди, погоди. Какой конь g6 и f5? Да погоди. ДЕ. Феферлично. На ферзь d4, понятное дело, это не очень хорошо было. Странно, что... Почему он так сыграл? В смысле, ладья d1 же был ход. Не, ну теперь вообще-то мат. Как бы... Как бы мат. Не-не, в другой раз. Как это отклонить? Так, может. Там есть кнопка только принять. Помнишь, когда мы с кем-то играли? Не, ну сын, что есть мат. Спёртый мат по кальке. Король h1, конь f2, король g1. Если взять вверх d1, а король g1, конь h3, король h1, ферзь g1, ладья g1, конь f2, мат. Думаешь, всем все понятно. Не, ну вообще-то интересный вопрос просто в другом. Интересный вопрос в... Почему на ладья d1 не пошел? Да. Но как-то задумался на соперник. d526. Ну, в общем, это все идет очень увлекательно. У меня такое ощущение, что еще какой-то лаг. Не то у меня, не то у соперника. Ну, он 25-1. Ну, это... Или у соперника... Я не знаю, у кого это. 25 секунд это безумный лаг, конечно. Судя по тому, что мы с тобой нормально разговариваем, я тебя хорошо нет, слышу. Да, нет, это не совсем так работает. Что ты нажал? Проверить время соперника, доступа соперника к серверу, еще надо свое проверить. Его, видимо, нет. А, у нас, да, у нас 6 сотых лаг, не так уж плохо. Ну, замечательно. Зато вы можете лицезреть матовую конструкцию, которая уже больше 500 лет. Гениально. Я, кстати, в своей жизни оставил, наверное, всего раз 5. Нет, я вообще ни разу не уставил. Спринки задавались всегда. Даже блиц. И, видимо, в этот раз тоже не удастся. Да, ну на этом всем спасибо за внимание. До новых встреч. Было бы неплохо, если бы выключил запись. Думаешь? Да. Пожалуй.